После ухода из жизни супруга Диана Гурская с единственным сыном приняла непростое решение. Известная певица сейчас очень нелегко, она не может смириться с этой утратой. 20 мая не стало мужа Дианы. Петр Кучеренко занимал пост статс-секретаря заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. История отношений Дианы и Петра напоминала сказку. Никто не ожидал такого окончания этой сказки. После произошедшего певица отменила все мероприятия. Она не появляется в общественных местах, не дает комментарий и держится подальше от прессы. Певица вместе с сыном участвовала в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Они занимали лидирующие позиции, но, несмотря на это, приняли решение покинуть проект. Искренние соболезнования родным и близким.